Облегченный въезд в Европу – такой козырь вынула Молдова из рукава. Отныне молдавский паспорт может получить любой иностранец. Надо просто заплатить. Порядка 150 тысяч долларов нужно внести в государственный фонд, потом пройти собеседование и проверку на благонадежность. На этой неделе стало известно уже о втором новом молдаванине. Как же это происходит на практике, выясняла наш корреспондент в Кишиневе Ирина Пивоварова. Процесс пошел. Молдавское гражданство в обмен на инвестиции уже получили два иностранца. Кто эти люди? Тайна за семью печатями. В декрете президента о выдаче паспорта вместо имени и фамилии номер дела из 6 цифр. Единственное имя, которое всплыло в прессе в связи с новым законом – Сара Львовна Шор. Она же Жасмин, певица замужем за молдавским политиком и бизнесменом Илоном Шором. Да, моя жена изъявила желание стать гражданкой Республики Молдова. Моя супруга любит Молдову, гордится своим отношением к ней, имеет и моральное, и юридическое право, как супруга гражданина Республики Молдова, претендовать на получение гражданства. Молдавский паспорт. Этот документ теперь можно получить всего за несколько месяцев, если безвозмездно передать фонд государственных инвестиций 100 тысяч евро. Вместе с дополнительными выплатами набегут все 146. Желание уже изъявили 20 иностранцев. Это те, кто мечтает свободно передвигаться от Лиссабона до Владивостока. Молдавским гражданством интересуются выходцы из Ближнего Востока, Индии, Китая, некоторых стран СНГ. Этот паспорт позволяет покрыть самую большую территорию Евразии без необходимости получения виз. Мы в первую очередь говорим и о Европе, о Шенгенском соглашении, но также говорим о очень большой части этого мира, то, что составляет страны СНГ, с которыми у Молдовы имеются двухсторонние соглашения о безвизовом передвижении. Итальянец Луиджи Савойя приехал в Кишинев еще 6 лет назад. Влюбился, женился, остался навсегда. Второй паспорт скоро получит бесплатно, на общих основаниях. Луиджи – главный редактор журнала о бизнесе. Говорит, добропорядочные переселенцы из Италии платить 100 тысяч евро за молдавское гражданство пока не готовы. У нас в Италии есть личности, у которых большие долги. Да, такой человек представит справку о несудимости, она будет чистой. Он возьмет себе молдавское гражданство, и те долги, которые у него есть в Италии, уже не будет отдавать. У нас людей с большими долгами очень много, и они могут использовать этот инструмент, чтобы избежать ответственности. То, что новый закон станет лазейкой для сомнительных личностей, уверены и представители оппозиции. Мы не только критикуем, мы еще разработали проект закона по отмене гражданства за инвестиции, так как считаем его опасным. По нашему мнению, это лишь инструмент для того, чтобы воры из Молдовы легализовали украденные деньги. Финансовую репутацию заявителей проверяют аккредитованные адвокатские бюро по всем имеющимся базам и при личной встрече. Главный вопрос – откуда деньги? Бывали случаи, что к нам обращались люди и были заинтересованы в гражданстве, но при первом интервью, когда понимаешь, что человек не в состоянии доказать происхождение своего имущества, мы просто вынуждены прерывать общение. В Евросоюзе три страны выдают гражданство через инвестиции – Кипр, Мальта и Болгария. Греция, Португалия, Испания, например, предоставляют вид на жительство, если на их территории купить элитную недвижимость. В Молдове сейчас рассматривают и этот вариант – гражданство в обмен на недвижимость ценой от 250 тысяч евро. По оценкам экспертов, обе меры позволят привлечь в бюджет страны около миллиарда евро. Ирина Пивоварова, Александр Борейко. Вместе Молдова.